6 метров длина борта по габариту. Алюминиевые борта. Александр Николаевич, они открываются все боковые? Да. Все три штуки можно откинуть, да? Да, кроме переднего. Кроме переднего. Ширина 2,5. Сколько? 2,5. 2,5. Высоту теперь мне надо. 3,140 от верха до низа пола. Теперь отсюда до пола, посмотрите, до земли. Сколько вы сказали? 3,340? Да, 3,140. 3,140, так, а тут? А тут 72. 720. Это 3,840 получается. Да, в общую? 3,860. 3,860 получается. 3,860. Понял. Так, у этого прицепа стоит 4 оси, да? Но, да, в принципе, мы можем выкинуть, типа, оставить 2 только, правильно? Средние 2. 2 оставить, и 3 можем оставить, и 4, там, это кто как захочет. И теперь длина с дышлом, то есть дышло само. 2,30, да? 2,30. 2,30 сюда сих. Ага. 2,300. Так, общая, понял. Длина 8,300. 8,300 общая длина. Так, борта алюминиевые. Они все откидываются. Задний борт откидной. Здесь сделаны проушины для установки деревянных бортов. Пол ламинированная фанера.